Конец уже. Блин, у нас это мальчик. Мальчик рослый, ему надо. Не, ну внуцы будем. Обалденный вкус. Хата трусы забыли. Антон, там унитаз нормально? Ага. Работаешь? Ты как ехал, да? Если неправильно, то она не кошерная получится. Hangover tomorrow. Нормально. No hangover. Александр, сделайте комментарий, пожалуйста. Здесь происходит таинство. Таинство превращения неудобного что-то. Короче, свинью зажарим. Здесь происходит порнография. Нет. Свинью жарим. Просто свинью жарим. Это обычное таинство, жарим свинью. И вот это твои, и это тоже зацепилось. Еще одну свинью тоже. Он пошел ревизора, понял? Ну хай. Я сейчас собаку выпью. Ну хай. А ты оттуда пахал? Ну, Герман говорил, нам той оператор обмякал. Мы хотели сериал создавать с ним. Да, не говори. Сосед называется. Сам сейчас. Че? Друже, можешь еще ремонт не брать. Давай, я покажу лучше. Что там, хлопцы? Где бутылка выстрелила? У нас готовится все. Это хорошая идея. Это хорошая картошка, как бы хорошая идея. Мы с Кировограда. Надо это, и надо это. На, пей. Что? Выброси. Да. Бери. Во! Нормально? Это с тонами, что ей будет. А, смотри, намол. А на бумаге 8 лет лежала. Что ей будет? И теперь мы лук бросаем наверх, да? Когда он вообще горит. Ну, помидор тогда давай нарежем. Кореец, давай, Антон. Ну, выглядит так красиво, конечно. Что вы говорите? Это называется жлоба. Вы лишь купили, понимаешь? Чтобы это мне, блядь, не осталось. Черный? Давай. Это хохлы, кто так делает. Да ладно, хохлы самые красивые люди. Точно, что сука. Лопнул. Вон, тебе кушать делает, Вася. Бери тарелочку.
запах какой. Спасибо.